Сегодня герой нашего времени во всех смыслах этого слова. Двукратный серебряный призер Паралимпиады, капитан Паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту Инга Медведева. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. Вы были в Сочи, две серебряных медали. Я хочу лично вас с этим поздравить. И начать с того, что вспомнить слова министра спорта Виталия Мутко, который сказал, что победа нашей паралимпийской сборной абсолютно закономерна. Все дело в том, что в последние годы в России в два раза увеличилось количество людей, которые стали заниматься спортом. Отсюда как бы совершенно другие результаты. Опять же, улучшились условия. Вы как-то согласны с тем, что говорит министр? Да, абсолютно согласна. Вот именно этот цикл подготовки к Сочи 4 года, он кардинально изменил отношение